Что, вот ребята встретились. Едемте кататься. Сегодня у нас две машинки. Да, вы что говоришь, доживут ли машинки? Узнаем. Нифига себе. Тут двери. Все вообще просто. Шлем, двери, фары, еще что-то. Послушайте, Сереж, мы сейчас по-другому, мы не поедем через лес. Мы сейчас за магазином уходим направо и просто через поле выйдем по параллельной дороге. Расстояние... Ну что, вот мы собрались. Наконец-то все вместе. Всей банды. Ребята с Рюховского. О, там лютый тоже квадр стоит. Что, едем куда-то в неизвестном направлении. Познакомились. Куда мы едем, Алексей? Куда подержимся? Да, куда глаза глядят. Отлично. Побольше. Будь, куда едем? Ага, ну все. Серега пошел, багетчик там впереди. Зеточка, Z8. Вы посмотрите, как она это делает. X6 там еле прополз. И вот Павел Борисович на своей Хонде. Давай ходом! Паша, ходом, ходом, ходом! Давай, давай, Паша! Паша, дави! Давай, Паша! Ха-ха! Оу, е! Ну, Пашка на заднем приводе показал всем лютый класс! Ух ты, карбон, смотрите, вообще! В карбоне. Просто лютый стел в карбоне. Красные рычаги. Паш, ты просто решил всех унизить, проехав на заднем приводе, признайся. А мне кажется, перед был не включен. У нас сегодня интересная компания. Лютые стелсы. Сухопутного, пенькового, выработочного. Отлично, то, что нам нужно. Брода. А что самое на этой трассе нравится, любой из этих маршрутов можно пройти двояко. Можно пройти лайтово, а можно не лайтово. Сухопаться. Да. Еще один стелс. 850-очка. Ремень подпалил, я махаю, шел. Ага. Это ошибочка. Ну ничего. Это сразу не сдох. Что-то гремит. Сзади гремит. Это, то ли... это болты. Да, то ли что-то там у тебя супер отлично. Там еще у него портокопы. Да. Пашка. Да. Это 500-очка. Z8 на удивление люто едет. Просто люто едет. Я не знаю, как. Да, вот он такая. А паночка есть. И Павел Борисович лютый. Надо. Врубай понижайку. Вот что значит опыт. Вот это, вот что значит опыт. Тут дерево специально сделано. Опыт за столом. Надюша. Неотъемлемый элемент наших покатух. Особенно ее розовая курточка. Парни, куда мы попали? Скажите, что это такое вообще? Ехали, ехали. И просто... Заброшенные дачи. Кого ты говоришь? Центробанка. Офигеть. КПП? Да, и какие-то дома. Теперь тут, в общем, тусуются, как говорят, сатанисты, молодежь и... бомжи. Да.
Так а я вообще на заднем шел. Да? Я говорю, на заднем. Я почему застрял-то? Эти проехали, смотрю. Депорт! Давай, депорт! Хрен, бирпи все равно. Лучше депорт, сейчас там нароет, что там не пройти будет. Бирпи рулит все равно. Ну там еще ярко нарыли. Знаешь, я уж там нормально там. Ну что, давай лебедить. Да, это была лютая лужа. Или болото. Болото, скорее всего. Никто не проедет. Никто, да, здесь все. Даже BMW. Только Z8. Только Z8. Прости, пожалуйста, что говоришь после лебедки на стелс гепард? Усилитель руля не работает минут 5? Да, пока не заряется аккумулятор. Лебедка сажает аккумулятор, и усилитель как бы отключается. Ну что, это будет мини-обзор. Так, и второй стелс идет в бой! И третий стелс готовится! Попробуй рядом, да. Стелс не сдается! А где помощь? Где помощь? Вот она! Хорошо, что нет подшлемников и шлемов! Давайте вперед! Ура! Вот, да, там глубже, ребята, там глубже, там лучше. Так, ставим ставки. По-моему, надо лебедку. У кого лебедка хорошая? Серег, у тебя лебедка есть? Ну у него же есть. А. Да нормально. Чё, давай подгазовывай. Ну сейчас трос порвется, все. Зачем?
Да он новый, что ему рваться? Давай, сиди под газовый, давай. Только газуй вот так, да, не быстро. Ага. Стелс. Вот так, обдевает. Затвоки. Сатун. Это мы расскажем в этой же серии про стелс гепард. Это какая-то супер понижающая. Надеюсь, это не редуктор. Без газа, ну, лучше надо газовать. Да, стой, стой. А ты на понижайке? На понижайке? Да. Ну, блядь, ремешок подгорел. Ну, ремешок и подгорел. В принципе, ничего страшного, просто ремешок подгорел. Он, боюсь, лебедки не вычит. Ребят, давайте тогда, если на нейтралку, все толкаем. Я не могу, я снимаю, простите. Давайте по очереди, ребят. Он его тащит. Он его тащит, да, надо толкать. Слушай, ну надо газовать, что делать? Бля. Да, да, да. Ребят, давайте помогаем. Либо тащим, либо, ну, либо толкаем. Давайте толкаем. Он просто не выйдет. А ребятка его не вытащит. Но ремень, слушай, странно, что он подгорает-то? Не так глубоко сидит. Ну, реально, не глубоко. А бывает, если в болоте сидишь вот так вот, покрыли, то там ремешок. Подгазовывай потихоньку. Паш, подгазовывай с другой стороны. Давай, на понижайку только. Не-не, повышайте. У тебя повышайка, повышайка. Лучше понижайка. Лучше понижайка. Стою! Ага. Лучше понижайся. Вот прямо он почти уже выехал. Ой, ну хороший, погоди, сейчас подпалишь его. Что они делают? Почему они нашки преодолевают такую жизнь? Не понимаю. Это... Может, это специально в стелс-гепард так устроен? Стелс-гепарды? Давайте либо руками толкаем, либо на ножке аккуратно. И при помощи одной лебедки стелс готов преодолевать любые препятствия. Прицепившись к Z8. И при помощи пары человек. Группа поддержки. Нет, вы не думайте, что колеса не крутятся. Так задумано. Да все, Лёх, включай передачу, уже все, нормально. Ну что? Третий стелс! Ну он лютый, просто лютый. Лёх, ну надо. Ну надо, я понял. Пошел. Лёх, ну надо, Лёх, надо. Лёха, надо, надо, надо. Надо её взять, ты понимаешь? Да, нужен, Лёх, честь стелса! Завода в России, где он там расположен? Я вот здесь. Но если, посередине? Да, если там оставить сейчас Лёху тем живых. Здесь хочешь? Так, Лёха, отставить честь гепарда лютого и... Легко! Легко! Ну что, райдер, легкий ремонт. Легкий ремонт за 6. Я знаю. Внутри. Где у него? Что бы наши не думали? Дырки. Очень интересно. Опыт владения стелсом. Год. Год. Будет видео, где владелец его немножко подохренел. Подохренел, подохренел ремень. Вот. Вот с него бы килограмм 150 скинуть вообще. С кого? Поставил. С тебя? Нет, не получится. Я двусмысленно сказал. Сейчас отпилим, сейчас отпилим. Вот реальный отзыв реального владельца. Гранд-турист.
Гран-туризм. 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 Говно нет. Говно нет. Легкое преодоление. Легкое говнишко. Да. Вот так. Тяжелое преодоление легкого говна. Да. Вот, вот, вот. Нужно. Не легкое преодоление тяжелого говна, а наоборот. Андрюх, попробуй крыльчатку посмотреть компрессора. Может быть, закусила? Если кто думает, что на отдыхе радар фуфладер голодает, то вы ошибаетесь. Смотрите на Сергея. То вы глубоко ошибаетесь. Есть даже такие девайсы. Сейчас будет жареная картошка или что там. Приятного аппетита, Павел Борисович. Всем приятного аппетита. Сейчас все перекусят и переходим к танцевальной программе.